Здравствуйте, дорогие зрители Ютуба! Предположим, вам захотелось вареное яйцо. Вкрутую, всмятку, в мешочек. Не яичницу, а именно вареное яйцо. А мы знаем, что варятся они достаточно долго. А допустим, что времени у вас нет. Или вы куда-то спешите, или просто подкрался голод. И вы просто представили себе, что вы едите яйцо под майонезом. А варить, в общем-то, долго, потому что пока вскипит вода, пока сварится само яйцо, ну, это может занять достаточно продолжительное время. Так что же делать в данной непростой ситуации? Ну, я искал выход. И выход я нашел. Смотрите внимательно. Это нам не понадобится. Вот решение вопроса. Смотрите. Турка для приготовления кофе имеет широкое дно. Это позволяет поставить нам эту турку на достаточно большую конфорку. Газовую, электрическую, любую другую варочную поверхность. Смотрите, большое дно забирает большое количество тепла у конфорки. То есть вода наша вскипит очень быстро. Смотрите, форма. Форма идет у нас такая, что объем воды, значит, который есть в турке, при большом таком вот дне, относительно небольшой. И, соответственно, опять же, небольшой объем воды очень быстро вскипит. Значит, мы яйцо туда кладем, заливаем водой, ставим на достаточно большой газ или достаточно большую эффективную варочную поверхность электрическую, и вода моментально вскипает. Единственное, не прокараульте момент, когда вода вскипит, потому что она по аналогии с кофе сразу же выскочит из турки. В этот момент нужно будет быстро убрать, значит, регулятор газа или электричества на минимум, так чтобы кипение осталось, но оно было не таким бурным. Еще уменьшает время приготовления тот факт, что при бурном кипении достаточно, значит, яйцо вокруг, значит, омывается не только 100-градусной водой, но и перегретым паром, который скользит вдоль яйца, который имеет температуру уже не 100 градусов, как кипящая вода, а значительно выше. Это еще уменьшает время приготовления. Итак, вы экономите, ну, по моим скромным подсчетам, за счет быстрого вскипания воды и за счет быстрого приготовления, в сумме где-то вы экономите времени, вам достаточно будет четвертой части обычного времени при варке в обычной кастрюле. Ну что, мне остается пожелать вам насладиться, например, с яйцом вареным под майонезом, который вы быстро сделаете. Посмотрите обязательно мое видео про то, как чистить яйца правильно. Узнаете много нового. До встречи в новых сериях. Подписываемся на канал. Пока!